Так, стоп, 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 стоп. Вы что творите? Отступайте, вы чё? Превышен вы чё? Лимит юнитов. Вот собака. Давай сюда поставим. Поближе. Раз не хочет по-хорошему. Будет превышен ей по-плохому. Лимит юнитов. Да пусть превышает сколько хотят. Господи, я всё равно пробью. Строительство завершено. Сейчас разобью вон тех высоких, пойду с этой стороны. Так, а где у меня войска сейчас строятся? Что-то не помню. Тут, да, вроде. Есть парочка. И снизу должно быть. На, повылазила. Исследование завершено. Юнитов. Третий. Тут еще делается хорошо. Так, давайте юнит теперь... готов. Вот так вот. Ну, на всякий случай. Не, не буду. Что, по идее, просто надо идти в самолете затянуть, чертовы. Ваши приказы. Вылетаю. Сейчас строиться будет? Давайте, пошли сюда. У меня пехоты, вон, армия целая. Строительство завершено. Идет процесс атаки. Ну где ты, где ты, чё ты? Слышь, да правильно делаешь. Враг обнаружен. Исследование завершено. Давайте чуть отступим. Юнит превышен лимит юнитов. Да, ты меня запарил. Не дает пробиться, да и все. Давай будем потихоньку двигаться. Превышен лимит юнитов. Все, пошли сюда, отсюда пойдем. Там пока пусть строят, а мы зайдем с другой точки. Введите код доступа. Так сказать, с другого подхода. Потому что здесь ресурсики я добываю, а остальное не важно. Если ресурсы кончатся, да, будет обидно, ничего не сделаешь. Чуть не понял. Стройся. Строительство завершено. Мех готов. Юнит готов. Все собрались, давайте. Че там, сюрикены изучил, не изучил эти чертовы? Да. О, ты, да, у меня стал теперь доступен сюрикенам. Да, все нормально. Все, пошли в атаку. Попробуем пробить здесь базу. Здесь горы и ничего нет. Давайте в атаку. Строительство завершено. Ты себя бей. Капец. Куда бьет? А, тут эта фигня есть. О, быстро. Вот это разбивает меня. Давай, еще чуть осталось, их слишком много. Юнит потерян. Исследование завершено. Просто отступай, ретрит. Юнит готов. Готово. Превышен где? Лимит юнитов. Вы что, все докачали уже? Офигеть. Ваши команды. Выполняю. Жесть, слушайте, что делать-то? Готов к битве, сэр. Я так и не научился здесь ресурсы распространять. Ну как, а не распространять, а этот там, использовать нормально. А, давай сюда. Докладываю. И вы туда же. Есть, сэр. Я ж тех чужих пробью-то.
Они, правда, нереально сильные, ну да ладно. Превышен лимит юнитов. Блин, ты будешь мне здесь это? Замануху какую-нибудь делать, нет? Что-то не строится, не летит. Введите команду. А, же здесь летать не надо было. Все, уходи, уходи. Ха-ха-ха, обгреб, да? Тварь. А, походу, с такими телепортацию надо будет замутить. Ваши приказы. Что-то ты не там собрался. Машина готова. Жду приказаний. Исследование команда. Завершено. Нормально. Я готов. Все сюда. Выдвигаюсь к обозначенной позиции. Что, все, все исследования готовы? Да, все готовы. Эть. Все равно полкарты нету. Полкарты не открыты. Так, время я засек, да, засек. А, кстати, да. Юху, всем привет. С вами Юнот, с вами отгреб от этих чертовых рептилоидов. Непонятно, как с ними сражаться. Ваши приказания. Давайте сюда все. Попробуем пробиться. Ваши команды. Докладываю. Вон же ползут роботы. Я чувствую, когда будут за этих рептилоидов играть, тоже будет фигня всякая. Введите команду. Давайте, ребята, в атаку. Впереди вражеская база. Вот они как-то бегут, непонятно. Да пофиг, давай, фигачь их. Потом справимся. Превышен лимит юнитов. Юнит готов. Полностью готов к бою. Докладываю. Бей их, бей. Юнитов мы восстановим. Это же роботы, чё нам? Превышен лимит юнитов. Ай, почти пробили. Да, они слабо их разносят. Юнит готов. Ожидаю приказаний. Нижних можешь забить, потому что я их уже клепать особо не буду. Превышен лимит юнитов. Повреждение конструкции. Ваши приказания. Давай сюда, давай, вперед, прорываемся. Превышен лимит юнитов. Все, сейчас разобьем, будет красиво. Да, вот почти все потеряны, вы не переживайте. Команда получена. Все, отступаем, давай. Ты. Превышен лимит юнитов. Да сюда воткни. Введите команду. Одного сбили, офигеть. Повреждение. Сейчас мы от тебя избавимся, не знаю, что ты. Враги. Готов к битве, сэр. Давай, ща построим, ща все будет хорошо. Ожидаю приказаний. Терминатор готов. Терминатор готов. Юнит у него. Готов. Я готов. Выдвигаюсь к обозначенной позиции. Пробили почти. Главное, чтобы не надо было телепортироваться по островам, и все, и тогда будет все хорошо. Так, здесь все выключили. Почти. Скоро ресурсов не будет вообще. Уничтожить чужих. Строительство завершено. И рядом так уж поставлю. Ваши приказания. Все пока собирайтесь, пусть бегут. Так, ну потерять всех-то я не могу. В случае чего включу чит на деньги, потому что я так запарен, вообще не понимаю, что делать. Это сложно. Много юнитов, они тупят, что делать, вообще не понятно. Вроде уже самые сильные, которых я не мог победить ранее, этих сейчас разносит лев. Ягуар. Казуар. А вообще ничего не понятно. Да, чини там, что-то. Строительство завершено. Так, все, это есть. Давай быстренько
парочку натыкаем. Два. Три. Жду приказаний. Ну, пошли попробуем прорваться. Ваши команды. В случае чего, как-нибудь отобьемся. Готов к бою. Не близко? Обнаружена вражеская база. Близко. Ай-яй-яй. Нет. Превышен лимит юнита. Убить будете, нет? Кто у меня против воздушку? Вот ты давай. Превышен лимит юнита. Сейчас все будет. Ага, давай, оп-оп. Пробивай их. А ты кого атакуешь? Здание или вот этих? Ты сейчас атакуешь кого-нибудь? Юнит готов. Превышен лимит юнитов. Ваше приказание. Нет, готов. Сколько у тебя жизни-то? Офигеть. Бей их. Мы его измором возьмем. Так, вот летите я туда. Иду. Нет, ты сиди тут. Прикольно. Да, почти его сбили. Разведчики, давайте термиты на разведку. Давай. Ты можешь. Это Эри. Прием. Че, все? Я почти закончил. Осталось еще пара минут. Успокойся. Все кончено. Что? Превышен лимит юнитов. Черт, быстро ты справилась. Потрясающе. Спасибо. Все, что делать дальше? Отправляюсь к цели. Че, реально это все? Я-то думал, борьба за Эдем будет более мощной. Ну да, они, конечно, были опасными, но я справился. А что за корабли вот эти дикие вообще? Великая колонизация началась. Тысячи поселенцев вышли из анабиоза. И так наши сны стали явью. Но потом сны превратились в кошмары. Появление на Эдеме людей привело к страшной войне. Войне между двумя видами. Войне, выжить в которой мог лишь один. А чё воевать-то сразу? Всё, да? Освобождение. А, еще нет? Освобождение демо еще будет? Чужие распространились не так сильно, как мы ожидали. Видимо, на Эдеме что-то тормозит их размножение. Думаю, мы должны действовать как можно быстрее. Майор Фолкнер поведет войска в самое сердце территории чужих. После зачистки этой зоны нам останется лишь добить уцелевших тварей. А что насчет флота? Следы активности флота были обнаружены только в регионе, который мы атакуем. На остальной планете признаков наличия флота нет. Самое важное — одновременно уничтожить весь их флот. И если мы сможем это сделать, то истребление живой силы станет лишь делом времени. Это будет твоей задачей, майор. А тем временем я расставлю патрули по периметру поля боя, чтобы не дать тварям сбежать.
Если мы сделаем все вовремя, у них не будет и шанса, капитан. Я приземлился, но следов чужих пока не вижу. Сенсоры регистрируют интенсивные передвижения в вашем районе. Это единственное место на Эдеме, где наблюдается такая активность. Такое ощущение, что на остальной части планеты просто никого нет. Неудивительно. Если здесь были чужие, то выжить не мог никто. Майкл, я не могу помочь тебе. Их слишком много. Тебе придется справляться самому. Я уже говорил, что тебе просто невозможно отказать. Сейчас не до шуток, Майкл. Силы Эрии истощены битвами с чужими. Это последнее известное нам гнездо. Мы должны уничтожить его, иначе чужие восстановят свою популяцию и расселятся по всей галактике. Однажды я уже справился с ними. Так что не волнуйся, Себастьян. Справлюсь и в этот раз. Внимание! К югу от твоей позиции замечено движение. Советую поторопиться, иначе тебе не задобровать. Понял. Пожелай мне удачи. Конец связи. Не начни сдобровать, Ты свали, не отсвечивай. Полностью готов. Нет, к ух бою. Ты что, чего вас так много-то? Готов к бою. Что, войск дофига, слушайте, готов меня это напрягает. Полная готовность. Выдвигаюсь. Все, все войска собрал, сейчас теперь строим. Первым делом мне надо построить генератор. Обнаружен враг. Докладывай. Вторым делом вот так. Раз. Два. Третьим делом, конечно. Строительство завершено. Все нет. Ваши приказы. Его надо куда-нибудь в другое место запихать. Тут два прохода. Стопэ. Все системы готовы. Жду приказа. Стой. Его как надо поставить, чтобы удобно летал. Какие будут приказания? Так, проход один, да, я так понимаю? Уничтожение. Давай пока лети сюда. Я пока подумаю, где поставить. Строительство завершено. Приказ получен. Так, где-то бы их влепить все-таки. Давайте пока здесь влепим, а там разберемся. Враг в радиусе видимости. Ваши команды. Тяжелый мех готов. Сейчас разберемся. Еще проход, да, наверное? Не знаю, но разберемся. И по-любому какую-никакую, хотя бы минимальную, но защиту поставить. Строительство завершено. Выполняю. Так, давай сначала синтез холодный. Потом этот. Потом нет, вот этих сначала. Что мне нужны... И склады, и то, куда можно складывать. Ну вот, и что, легкая техника нужна, тяжелая техника нужна, ангар для бомбардировщиков нужен, хоть я их ни одного не делал. Технологический отсек, наверное, пусть тоже будет. Готов к действию. Тут никого нету. Начинаю уничтожение цели, какие будут приказания? Пошли, посмотрим, кто. Ой, здесь ресурс есть, то есть если мы сюда пробьемся, мы здесь захватим. Завершено. Враги обнаружены. Майор! Ты! Попал под огонь. Ван Кров! Я должен был догадаться. Там, где есть личинки, но я под огнем. Как видишь, я здесь не один. Черт, я всех теряю. Я могу отступать? Да блин! Скоро
Я все равно не слышу, что говорят-то. Отступаем. А, загрузки автосейва у меня нету, да? О, надо удалить. Пять, 55. Отступай, отступай, отступай. Начинаю движение. Продавим чуть позже. Строительство завершено. Сейчас он все отстроит. Так и так. Введите команду. Я подбит. Жду приказаний. Уничтожение. Повреждение. Что, по-моему, я здесь вообще ничего не пробил. Но если я пробью, здесь дофига ресурсов еще. Чем мне тоже надо будет. В смысле, там так медленно качаешь? Ну давай быстрее выкачивай. Строительство завершено. Кристаллы, кристаллы. А, и эти нужны. Давай, достраивай там. Вы не можете быстрее там как-нибудь шевелить ногами своими? В общем, я, по-моему, как-то неудачно попал, потому что я пробиться вообще не смог. Их тут немного, но, блин, я потерял почти все войско. Ладно, мы войско наберем, это не страшно. Строительство завершено. Вражеские войска. Я под огнем. Фигач, друзья, фигач. Эти мелкие зерги бегут песней. То есть, этот полковник мутировал. Каким-то макаром добрался сюда, хотя портал открыли только мы. А, не, ну чё, ну все логично. Давай, качай, я же знаю, ты можешь. Строительство завершено. Почему ты строишь склады, а не их? Блин, это долго. Я только на то, чтобы постройка быстрее была. Так, смотрите. А, да. Все. А вот эти построились и все, а то как-то скучно сидеть, ждать. Чудо просто. Пробить-то они по-любому сейчас пока не могут. Строительство завершено. А я неадекватный. Чего, смотрите, и здесь появилась парочка сюда. И здесь появилась парочка сюда. Давай. Так, а тут, ну... Привыкание нет юнитов. Юнит потерян. Строительство завершено. Враги! Ягуар 5? Зачем мне Ягуар 5? Юнитов. Секунду, зачем мне Ягуар 5 был? Зачем? Уйти. Летить, колотить. Жду приказаний. Превышен лимит юнитов. Начинаю уничтожение цели. И нужно построить еще одну эту. Для тяжелой техники. Юнит готов. Как нету? Вы че? Превышен лимит юнитов. Где он умер? Вы че? Когда успел-то? Издеваешься, да? Будем пробиваться кучками, что делать? Блин, это нереал же. Какие будут приказания?
Превышен лимит юнитов. Сейчас все будет, подождите. Как он умер вообще? Кто на него докопался? Превышен лимит юнитов. Враг обнаружен. Серьезные повреждения. Все, давай вперед. Начинаю уничтожение целей. Мы ж прорвемся все равно, ты ж понимаешь. Вопрос времени. Начинаю атаку. Попал под огонь противника. Я построил-то хоть тут? Да, построил. Он, видимо, пошел чинить кого-то и подкинул ножки. Лететь, колотить. Ну, дайте, воздушники бегут. Мне здесь до сюда достроиться как-нибудь? Я подавлю. Потихоньку пробиваться. Начинаю уничтожение цели. К вашему слуху. Ты-то что тут делаешь? Вообще офигел. Как? Каким макаром? Чё? Враги. Жесть. Я считаю, чё они медленно ползут? Чё за фигня? Противники обнаружены. Готов идти. Запалило туда. Получены серьезные повреждения. Жду приказаний. Щи кошмара. Вот здесь сиди идут где-нибудь в углу, и все, не беси меня. Идут атака. Как так можно было? Когда он успел туда залезть? Сейчас будем пробиваться, что делать. Сейчас строитель будет, поставлю здесь где-нибудь. Оборону воткну небольшую хотя бы. Впереди войска противника. Да, пусть будет впереди. Лимит юнитов. Юнит готов. Юнит потерян. Нет, нормально то, что потерян. Превышен лимит юнитов. Готов. Я под огнем. Да, сэр. Пока отступи. Да, стреляй в них. На. Мы потихонечку пробьемся. Первым делом надо вот здесь оборону поставить. А ты издеваешься, да? Пошел. Строительство завершено. Превышен лимит юнитов. Станция мне ничего не дает, да? Превышен лимит юнитов. Юнит готов. Че вы их не бьете? Превышен лимит юнитов. Начинаю бой. Так, давай пока летай, сделай еще какие-нибудь. Вражеские здания. Даже не знаю, полезные вещи вот эти. Давай, фигач его. Превышен лимит юнитов. Нормально, давай. Юнит потерян. Жду получения. Юнит готов. Превышен лимит юнитов. Давай, держись. Строительство завершено. Превышен лимит юнитов. Давай, давай, чего вы прорваться не можете? Вас понял.
Давай, давай, давай. Юнит потерян. Машина готова. Системы повреждены. Блин, мне же нужно новое, да, будет сделать этих перезарядчиков. Чего вас так жестко-то? Сообщаю о повреждении систем. Строительство завершено. Превышен лимит юнитов. Так, давай теперь здесь тоже. Легкую, тяжелую. Ангар для бомбардировщиков. Так, юнит готов. Телепортация бомбы. Превышен лимит юнитов. Что за телепортация техники? Да, нормально, ты не сильно подбит. Докладываю. Юнит потеет. Попал под огонь. Не понял, что не так-то? Ожидаю приказаний. Полностью готов к бою. Что за? Превышен лимит юнитов. Как я это включил? Докладываю. Собаки. Полностью готов к бою. Бегает. Юнит готов. Жду приказаний. Понятно, понятно, мы прорвемся же. Че эти антивоздушники бегают здесь, бесят меня, а? Строительство завершено. Сейчас я пробьюсь еще парочку. Начинаю нападение. Получаю повреждения. О, не хватает электричества, вот это проблема. Юнит потерян. Повреждение конструкции. Уже? Я же еще не дошел. Вражеские войска. Начинаю процедуру атаки. Юнит готов. Нападение. Готов к битве, сэр. Строительство завершено. Ага. Вижу, как больно. Алло. Юнит готов. Вражеские позиции. Выдвигаюсь к обозначенной позиции. Ожидаю приказания. Че это не бьет-то? Внимание! Сильные повреждения всех систем. А ты не повреждайся. Враги атакуют. Ваше приказание. Начинаю процедуру атаки. Юнит потерян. Давай, пока лети сюда. Что ж, жестко юнит вообще. Готов. Начинаю нападение. Готов к битве, сэр. Атаке. Второй на улице, не знаю, сюда поставь. Сильные повреждения. Уничтожаю. Некоторые не бьют тупо. Цели. Паук 2. Чё, почему паук 2 не атакует, я не понял. Только против наземных целей. А это кто-то. Юнит готов. Мех готов. Не понимаю. Ваши приказания. А и то ли не видят. То ли еще что. Войска противника. Враг ведет огонь. Строительство завершено. Системы работают нормально. Юнит потерян. Ага. Ресурсы-то кончаются? Мех готов. Юнит готов. Блин. Вижу врага. Терминатор готов. Почему вы не стреляете? Готов к битве. Все системы работают нормально. Давай. Ожидаю приказаний. Обнаружен противник. Не пробивает?
Юнит готов. Сообщаю о повреждениях системы. Юнит потерян. Введите код доступа. Давай. Перекажу базу атаки. Какие-то просто бегают, они походу против эффективных зданий. Я не знаю. Сейчас ждите, 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 ждите. Юнит готов. Превышен лимит юнитов. Чтоб было более живенько. Готов к битве. Юнит готов. Давай, все равно надо собирать войско-то надо. Готов. Прорываемся, ребят, давайте. Вот что вы такие? Это какие-то дальники. Превышен лимит юнитов. Ща нормально будет, они прибегут. Давайте вперед. Обнаружен враг. Попал под огонь. В смысле, вы что, застряли? Реально застряли. Вперед, ребята, вперед. Как тут можно было внутри застрять? Превышен лимит юнита. Враг открыл огонь. Пусть открывает. Забавно, конечно. Сейчас пробьем и прилетим сюда. Ну, хорошо, одни против строения, другие против этих. Готов к битве, сэр. Превышен лимит юнитов. Нормально, сейчас отвысим обратно. Машина готова. Сейчас вот здесь новую базу построим. Два прохода, да? Полностью готов к бою. Три прохода. Ну, сейчас все застроится. Начинаю нападение. Превышен лимит юнитов. Юнит готов. Нет, готов. Ну, это мелочи. Попал под огонь противника. Превышен лимит юнитов. Вперед, 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 вперед. Пехоты почти ничего не осталось. Вражеские силы. Но пехоты должно быть как мясо. Машина готова. Уничтожаю выбранные цели. Превышен лимит юнитов. Вы меня запарили. Лимит давайте, бегите, бегите. Повреждения. Там против воздушники, за воздушники вообще. Чуть не стоит. Вот. Первый ты чё? Не поверю, что все построилось. Сообщаю о повреждениях. Превышен лимит юнитов. Да, чё угодно пусть там превышен будет. Ты куда мои идёшь? Юнит впереди вражеская база. Ожидаю приказаний. Начинаю процедуру атаки. Превышен лимит юнитов. Давай, давай, пробивай, пробивай. Машина готова. Сейчас все красиво будет. Превышен лимит юнитов. Да, нормально пробили почти. Ваше приказание. Превышен лимит юнитов. Нормально, слушай, все зачистили. Реально прям зерги-зерги. Получаем повреждения. Докладываю. Пока встаньте тут. Вы трое. Враг поблизости. Каменюшки, да? Кончились. Превышен лимит юнитов. Получаю повреждение.
процесс атаки. Строительство завершено. Юнит готов. Ну хорошо, сейчас здесь сделаем свой синтез. Подумаешь. Мелочи прям. Полностью готов к бою. Так, и надо хотя бы одну сторону каким-то макаром защитить. Так, а с этой стороны что у нас? Чисто все? Двигаюсь к заданной точке. Здесь какой-то доспех. Хорошо, что доспех есть, но, блин, он неудобный. Строительство завершено. Мех готов. Докладываю. Я под огнем противника. Идет процесс атаки. Кстати, куда-нибудь поставим здесь. Давай, это. Нет. Раз там сделал две, здесь сделал одну. Вас понял. Так. Так, но воздушников, говорят, здесь нету. Впереди войска противника. Где? Ну, давай туда ломанемся. А тут пока оборону застроим. Дилов-то. Есть, сэр. Превышен лимит юнитов. Давай, тут тоже пускай. Полностью готов к бою. Вперед! Получаем повреждения. Жду приказания. Двигаюсь к заданной точке. Там вереница такая, давай, вперед, вперед. Юнит потерян. Лететь, колотить. Готов. Машина готова. Полная готовность. Приказ выдвигаться. Черт, отступай. Ведите команду. Направляюсь к цели. Так, не гуд. Вообще не гуд. Он скажет, что воздуха здесь нет. Здание атаковано. Здание уничтожено. Готов к битве. Ай-яй-яй-яй-яй. Вали оттуда. Черт. Ожидаю приказаний. Приступаю к уничтожению цели. Здание атаковано. Строительство завершено. Здание уничтожено. Все. Давай сначала здесь построю. Юнит готов. Доступа. Понял вас. Выполняю. Ожидаю команду. Введите команду. Да вы издеваетесь. Перехожу в фазу атаки. Готов к битве. Уйдите, зря только мне ресурсы тратить. Готов. Юнит готов. Ожидаю приказаний. Готов. Просто надо не упустить, когда они там появятся. Атака в процессе. Давай еще сюда. Блин, так долго строится, ужас. Враг открыл огонь. Да пусть открывают, что хотят. На, не ожидал, да, что я буду так делать. Превышен лимит юнитов. Доступа. Повреждения. Юнит готов. Все, иди сюда. Приказаний. Юнит готов. А никого нету. Превышен лимит юнитов. Обнаружен враг.
бесит меня. Готов к битве. Эти опять застряли. Молодцы. Терминатор строительство готов. Завершено. Атакую. Кто там построился? Да, ты? Превышен лимит юнитов. Оптические сенсоры засекли. Сейчас все улучшим. Сейчас все будет. Чики-пуки. Надо же было так обломаться, а? Превышен лимит юнитов. Враги. Юнит потерян. Да вы офигели. Превышен лимит юнитов. Юнит готов. Превышен лимит юнитов. Дайте мне собрать армию там хоть. Строительство завершено. Тут дохнут, там дохнут, да блин. Превышен лимит юнитов. Юнит потерян. Да ладно, что босс. Мех готов. Готов к действию. Вылетаю в указанном направлении. Машина готова. Юнит готов. Ожидаю приказаний. Мех готов. А, все, эти достроились, классно. Жду приказаний. Превышен лимит юнитов. Ну, как же тут вас пробить-то, а? Докладываю. Вот готов. Этих. Апа. Юнит потерян. Полностью готов к бою. Ну а чё они такой толпой прутся? Перехожу к атаке. Ать. Ну, новая точка сбыта. Превышен лимит юнитов. Давай, сюда, сюда. Мы их просто продавим. Да, не так честно, как хотелось бы, но что делать? Это жестокий мир гейминга. Ожидаю приказаний. Великолепно, Фолкнер. Неужели ты думал, что твоя кошка жучков может меня испугать? Ты прошел первое испытание. Попал под огонь. Превышен лимит юнитов. О чем, черт возьми, ты говоришь? Ты думаешь, я беру свою армию? Юнит готов. Я наблюдал за тобой. Жду приказания. Я восхищен твоим способом. Здание атаковано. Превышен лимит юнитов. Ты не мечтай, подонок. Будете? Машина готова. Стоит против. Ваши приказания. Я собрал свой легион в нужной части войска. Приходи и сразись со мной, если посмеешь. Ты слишком самоуверен. Твоя жизнь подходит к концу, тварь. Ты сам подписал себе смертный приговор. Здание атаковано. Где кто? Давай, офигели. Да, сколько вас тут? Все. Собаки? Со спины напали, я им войска увел, а они пришли отсюда. Вот же ж. Здание атаковано. Здание уничтожено. Блин. Строительство завершено. Да вы можете отвалить от меня. Все. Вроде всех отбил и на этом сохраняюсь. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, возможно, на подписчиков. Всем пока.